Для того, чтобы сделать туристический омлет, нам понадобится сухое молоко, яичный порошок, пустая бутылка и лейка. Яичный порошок добавляем относительно сухого молока либо 2 к 1, либо 3 к 1. Кто любит более молочный вкус, тот добавляет 2 к 1. Я люблю менее молочный, делаю 3 к 1. Вот 3 ложки яичного порошка я засыпал. Теперь засыпаю 1 ложку сухого молока. Ну и можно добавить приправу сразу. У меня здесь какая-то не очень приправа, но от не менее лучшего добавим такую. Теперь нужно добавить воды. Я точно не помню, нужно посмотреть, сколько содержания воды в яйце и в молоке. Ну, по-моему, примерно 70-80% от массы, которую мы сюда насыпали. То есть треть воды я добавляю морской, а 2/3 пресной, для того, чтобы не солить. Добавил. Теперь нужно это хорошо все перемешать, как шейкером. В котелок добавляем растительное масло и ставим на огонь. Только поставили омлет на огонь, его нужно сразу активно мешать. В противном случае он будет пригорать и будут черные такие хлопья там нагара. Ну, это в котелке из нержавейки. Ну вот, как-то так получилось. И морская капуста самодельная, заправленная майонезом. Ну, и сало, хлебушек.